Светлая Седмица в Москве, у Матроны в Покровском монастыре. Красота строений Покровского монастыря. Первые цветочки в апреле. Нескончаемый поток людей к Матроне. И в праздники, и в будни, и утром, и вечером, зимой, и летом. Светлая Седмица. Светлая Седмица Матроны. Роза от Матроны. Святой источник. В Покровском монастыре расцвели магнолии. 19 апреля. Какая красота!